Здравствуйте! Пожалуйста, подпишитесь на канал. Я очень вас прошу, поставьте лайк, так вы оцените мой труд. Я думаю, вы уже подписались на канал и поставили лайк. В описании под видео есть видеоуроки ВКонтакте. Узнаете много лайфхаков. Обязательно загляните в описание под видео. Если вы хотите смотреть только посты друзей, тогда идем сюда вот и нажимаем. Вот сюда, и смотрите, у нас снизу только друзья. Вот смотрите, нажимаем. И я могу увидеть, кто чего поделился, вот кто какие репосты сделал, кто какие что опубликовал. Так, кто какие посты опубликовал и какие фото опубликовал. Конечно, мы можем нажать лайк, сколько человек увидел. Комментарии и поделиться можно. Давайте. Вот так. Давай следующий. Тоже. И, кстати, на стену можно тоже забрать. Вот. Да. И можно комментарии увидеть и так далее. То есть это очень хорошо, когда вы хотите видеть только друзей, а не группы, а не разных. То есть группы, которые вы подписались.